Приветствую, друзья. Снимаем продолжение сериала про наше похождение в поисках всяких интересных вещей. Короче, заехали. Время сегодня немного. Заехали на луговину, которую били в прошлой серии. В конце вот мы нашли, где чешую нашли, где подняли. Решили посмотреть еще раз по картам. Вот этот участок. И вот как-то вот так уходила тоже старая дорога. Очень старая. Здесь давно ее нет. Ставим машину. Вчера выезжали с поля. Здесь стояли. Сейчас бутылку уберем. Стоял Жигуль какой-то. Видать, бухали в ней сидели. С мусор выкинем. Осранцы. Сейчас прям сюда сразу засунулись. Первых два сигнала. Короче, крестик. Одновременно. И совет. 37-го года. Рамочный. Щитовик 37-го года. Сейчас я камеру включу по-нормальному. Так, вот показываю. Щитовичок. На удивление еще и не очень-то не сильно. Ну, здесь такая песчаная, полупесчаная. Сильно убитый, да. Крестик целенький. Мгновенный, но. Ну, но целенький. Он был покрыт эмалью. Угу. Вы не представляете, сколько раз мы мимо этой луговины ездили. Ага, Максим, мы говорили. Надо. Да, потом. Ладно. Ну, сейчас еще походим. Так, вон вроде бы след монетный, вроде бы. Сейчас попробуем. А вот и монета. Ну да. Первый вопрос, что с охраном? Не знаю. Второй вопрос, что за советик такой? Это 4-й год, что? Похоже. Херка. Павел Первый. Павел. Ой, Николай Первый. Николай Первый, да, кстати, в неплохом сохранении, я скажу, походу. Ну нет, здесь очень плохо видно, года я даже не вижу. Что-то такое, копейка серебром. Год я не очень хорошо вижу. Да не, она та идет, она просто в окислах. Даже пупочки на месте. Пупочки? Пупочки на месте, это хорошо. Вот так. Вот вам нахрен и лужок. Так, вон чуть-чуть отошли, вот. К сожалению, сломанный. Нет, больше ничего. Такой же. Все, что ли, что-то? Ладно, сейчас, если откопаем, включу. Ну, ребят, я в шоке от этой лужайки. Смотрите. Оп. Давай, извлекай. Пятак. Пятак. Толстый. Гурт сетчатый. Второй пятак за этот выезд уже. Интересно, целенький. Mm-hmm. Блин, здесь песок, здесь может быть. И это Лиза, это не Катя. Опять Лиза, вторая Лиза. Ну, сохран у него не очень, но походу он при жизни был очень зачёт. Здесь коров пасут. И дорога в 20, вот в 10 метрах. Ладно, те поля, которые мы долбим туда. К сожалению, он еще при жизни был, по всей видимости, затерт. Но это Лиза, наверное. Ну, попробуем реанимировать, но толстенький. Так, второй пятачок за выезд. Это хорошо, хорошо. Чистым, 48-м прям даже. Ну, он и должен, да. Не сбиваясь. Это лужает. Чуть-чуть в черноту сбивался. Держи. На-ка, снимай. Ой, звери кусаются. Зверь достали. Так, народ, эксперимент в чем заключается? Я хожу на 18-й частоте сейчас. Терка 505 на 7,5. Я думаю, что он будет черным. Вот именно пятак. Смотрите. Вот Катин пятак.
Минус 8. Ну, я показываю этот. Именно минус 8. Смотрите теперь по-другому. Это какая у меня? Это 3 герца частота. 46-й. И это частота 7,5. Тоже 46, ну, поглубже будет. Нет, 48. Вот вам и 18-я частота. Зато цепляет мелочевку очень хорошо. Вот что я хотел сказать давно. Все, откапываем. Так, ребят, еще дуплетом сигнал. Идем друг за другом. 31-й год. 31-го года. Щитовичок. И гирька. И гиречка. Занимательное место. 10 на 30. Полянка-то вот вообще малепусенькая. Ладно. Ну, смотри, народ, они ползут. Где? Угловые. Да нет. Мы как обезьянки и грунки, блин, этих друг из друга достаем этих лосиных. Вот ямка. Следующая ямка. Лоси. Это монета. Что-то малепусенька. Ну это имперка. Ну это совсем углазанная. Ну что ж. Не знаю, что это. Похоже на денежку. Хрен знает, короче, что это такое. Ладно, идем. Ну, ребят, поле вообще офигеваю. Полянка. Люба отошла, он по телефону разговаривает. Смотрите. Пам. Восемьсот 1867 год. Отлично. Вообще. Так, ребят, пока Люба разговаривает, следующий сигнальчик. На этот раз рамочник. Какой год? 61-й, по-моему, не вижу. Ладно, ищем сегодня. Время-то поздно приехали. Походим пока. Я пока один хожу. Сейчас попробуем на камеру достать. Сигнал я копнул, но еще не искал. Где-то тут. А, вот вышло. Ой, убитая какая. Что это? Формат деньги, но сохран, конечно, убитый. Ладно, ищем дальше. Ну так, ребят, поле продолжает радовать. Так, но медь, конечно, здесь... Это капуста, скорее всего, убитая. Год не видно. Ну ладно. Ищем. Так, ребят. Так он. Тут Любка вернулась. У меня щитовичок очередной. Что, здесь разбрасывали, что ли? Вот такой вот. Тереть не буду, но сохран у них приятный здесь. Так, ребят, еще сигнальчик, еще монета, но она вообще обросшая, сейчас попробую помыть. Ничего не получилось, не будем уж мучить. Короче, нахрен не покупайте никогда эти косовские наушники минилабовские, говно, у меня их двое новых лежало, они у меня сдохли оба. Первые за неделю и вторые за неделю. Именно джеки, вот где провода подходят, перепаял. Выше сейчас провод, блядь, хрюкать начал на первых и сейчас на вторых. Я, твою мать, хожу, ничего не слышу. А здесь, конечно, еще походим. Ну и сегодня хороший, конечно, коп получился. Потом мы сейчас находочки снимем. Мы завтра еще, наверное, сюда вернемся. Вот ту часть лугов побьем. Пока все. Так, уже стемнело. Короче, ту полянку мы прочесали, но она небольшая. Вот буквально вот от этой колеи налево.
До леса были находки. Направо мусор и банки. Ну вот, видимо, вот она шла дорога. Да ее выбили, ну как бы, ну вот находки покажем сейчас. Вылезли сейчас сюда чуть-чуть. Завтра будем искать. Одна дорога туда уходила, вторая вот туда на переправу. Еще один щитовичок. Но темно сейчас, уже мыть не будем, быстро стемнело. Сейчас еще минут 15 походим и покажем. Да ладно. Нет. Павел Первый или Николай Первый. Ну, короче, как вы поняли, еще монет. Но в темноте не видно ни хрена. Павел. Павел, да? Все, уже идем к машине. Ну, они не отмываются. Непонятно. Вроде да, вроде на Павла похож. Да. Ну ладно. Ну, чешую это уже подбирал его купить. Да? Вот так. Вот нам еще удачка. Блин, ни хрена я сейчас уже не сфокусируюсь. Похоже на Петров. Я лопату положу, а ты фары включи, и все будет видно. Фары, он сейчас, я его заведу, такой грохот будет. Ладно. Ну так, друзья, закончили. Сейчас общее количество покажем, что мы здесь набрали. Приехали где-то часа в 2:30, наверное. Сучка. Сейчас время, хрен знает. Время 6:17. Ну, да, часа какая-то 4. Какая-то фигня непонятная. Выбили вот эту штучку всю. А именно качественный, ну что отмоется, очистится, как всегда, будем к этому фоткам прикреплять. То, что кокольё, естественно, ну не будем, понятное дело. Здесь просто шла дорога, здесь нет вблизи, о, кто-то там чирикает. Здесь нет вблизи деревень. Что, что? Не, хутор есть недалеко, но... Ну, вот как-то так. За 4 часа. Пятак в зачет. Серебро в зачет. И возможно, что это Петры вот это. Я не уверен, мы потом посмотрим. Но, по-моему, темно уже не видно. Все, на этом. Извольте откланяться. До скорых встреч.